Улыбнись, если хочешь со мной секс. Мне просто смешно. Ну, я видел. Ты можешь любому подойти, даже парень, мне кажется, улыбнется. Парень? Либо может ударить тебя. Ударить? Ну, парень, да, в России, я думаю, да. Уже за границей. Нет, смотря какой парень, ты можешь... Нет. Короче, у тебя интересная внешность. Я знаю, спасибо. Вот. Да чего ж пиздеть, короче. Девчонки, стойте. Слушай, подожди, пожалуйста. Давайте по дорогу перейдем. Да, давайте перейдем, а то вообще нихера неудобно. Можно вас буквально на одну минуту, девушка? Весьма нескромен, могу тебе сказать. Что я? Весьма что? Нескромен. Нескромен, да. Я весьма нескромен, да. Я люблю сразу прощупывать почву вообще, какая девушка и что она хочет. Ты смелая девушка? Не могу однозначно тебе ответить. А что ты можешь сделать с первым встречным? Не, кроме секса. Уехать с ним? Очень много... Нет. Уехать за границей? Нет? Нет. Нет. Я люблю путешествовать одна. На велосипеде? Да, возможно. Я тут недавно был в Крыму, очень много людей, я которые на велосипеде. Я приехала из Откуда? Крыма. И Крыма? Да. В Севастополе была в Ялте? Была. Охеренно. В Ялте? Ну, я ездила дикарем с палатками, поэтому я предпочитаю другого рода отдых. Слушай, ты вся забита вообще, нет? Практически, да. Абсолютно везде. И живот тоже? Нет, часть живота свободна. Живот. Слушай, мне кажется, у тебя здесь... Можешь показать? Да. Здесь у тебя тигр здесь, да, а немного ниже. Ну там есть, да, тоже немного. А у меня там слоник. Понятно. Круто, да? Блять, таких татуировок очень много встречается, скажите. Со слоником. Да я банален просто вообще, хочу впечатлить. И ты представляешь, начинаешь заниматься сексом, и я такой, слоник, блять, да тут каждый второй. На прошлой неделе видела. Да. Слушай, а ты с пирсингом вообще, это круто. Да. Да. Я могу быть с тобой честным, прямо? Ну да, скажи да. Да. Безусловно. Просто я помню девушка, которая общается, она плохо делала минет с пирсингом. Нет, это помогает. Да, помогает делать, умеешь делать. Никто не жаловался. Ой, дай пять. Слушай, как зовут тебя? Оля. Оля, когда будешь свободна? Какие дни? Ой, слушай, у меня нестабильный график, поэтому тебе проще коннектить со мной где-то в соцсетях. Слушай, это вообще неудобно. Мы начали разговор с тобой на сексуальную тему, это ты, возможно, подумаешь, что... Нет, я не успела ничего подумать, так что не говори на эту тему. Хорошо, давай не будем. Предлагаю тебе встретиться как-нибудь и вообще пообщаться. Ну, может быть, обещать тебе ничего не могу. Да, давай я тебя наберу просто и возьмешь трубку, не возьмешь, окей. Хорошо? Окей. Ладно, диктуй номер. Восемь? 909. 909? Зовут? Оля. А меня? Без не представился. Понятия. Раду. Кем ты занимаешься? Чем ты работаешь? Я татуировщик. Слушай, забей меня, а. Позвони и поговори. Слушай, я тебе серьезно говорю. Бля, я тебя наберу, давай.